Мощный взрыв прогремел в Багдаде. Погибли 6 человек, 8 получили ранения. По данным полиции, бомба была заложена в машине в одном из городских автосалонов. После взрыва возник пожар. Пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял. Однако власти Ирака считают, что к этой атаке причастны боевики ТИГИЛ. Группировка активизировалась после начала операции по освобождению Масула.